Так. Все, трансляция запустилась. Сегодня стрим по Зе Хантеру. Так как Радмира что-то не особо сейчас хочется играть. А вот Зе Хантер вообще с радостью поиграл бы. Так. Ой. Сейчас, погодите, отойду. Сейчас вот запущу The Hunter. Сам. The Hunter Classic. Я пошел отойду. На секунду. Магазин, что по наборам? Мне было интересно сейчас найти набор на утку. Вот, манки на утку. Угу. Это вроде бы тоже что-то типа, утка, утока. Но мне нужно за за GMS, какой EMS. Вот, сибирская серая утка. Вот они, утки пошли, но они... А? Не. Вообще, посмотрим вот приманки. Манки. Мне нужно купить... Так, манок на серую утку кормления. Мне нужно найти манок приветствия. Манок на канадскую казарку. Нет, не то. Вот, манок на уток. 3к рублей на канадскую казарку кормление. Ну, в принципе, дофига. Мы пойдем охотиться, значит, туда, далеко. Во-первых, ищем флаг нашей страны. Потому что мне на нем более будет... О, Фрисик Бай. Я бы с этим человеком тоже поохотился. Нет, не пускает. Что, Украина? Мы, возможно, бы понимали немножко чуть-чуть друг друга на английском. Чего, блин? Да что такое? Все просто в палатках. О. It was the incident. Fells, Logger Point. Не то. Logger Point. Вообще, мне больше всего нравится охотиться на птицу. Чё-то я не нахожу своих. Вот, ладно уже, давайте зайдем сюда. Так, о, заходится. Лоудинг. Попробуем поохотиться на лося. 2-3 штук, думаю, нам хватит. Также еще с собой возьму 243 калибр на разных там оленей. И одну зарядку. Такой мушкет-дрын с пулей.
то у меня там есть этот мушкет с дробью, так как я вчера охотился на каких-то особых джунглийских гусей. Зашел на карту, чисто охотился с человеком. Мало кто, кстати, пускает на карту, особенно если охотится на, типа, на ту же самую, допустим, утку. Так как люди тратятся на чучела, на манки, не дается перезапустить игру. Угу. Мы перезапускать, конечно, ничего не будем. Пойдем дальше искать. Фэлс. Вот сюда, в принципе. Давайте до конца дойдем. И что тут найдем? Нажмем присоединиться. Как бы забинженный. Такой вообще четкий. Присоединиться. Мне надо. Слушайте, нельзя заспавниться там на вышке? А, нет, нельзя. Окей. Так, просто учимся, как надо присоединяться на дорогие охоты. Вот, два из трех. Подходим, вот видим, палаточка. Вот так вот. Значит, тут сюда не пускает. Ладно, листаем вверх. Именно вот эту вот карту забиваем. Сейчас. Надо попробовать зайти сюда. Зашло. Найс. О, ложимся. Попросили. Что-то я не слышу звуков. О, Вася. Так, все, дрын наш зарядили. Просто тут где-то летят гуси. Окей. Ползом, значит, таки. Дождик. Так, извините. Вот все, зашли. Вот на таких гусей мы тоже будем охотиться. Окей. По моему переводу. По-моему, я понял то, что не бегай. Или не бегай, когда они летят. Скорее всего, не бегай, они летают очень редко, чтобы я не спугнул. А, понял, он еще будет юзать собаку. Ну, вода бы.
что бы это означало, дамп-дог? Неплохо у меня так пушечек. Что-то место у нее какое-то такое. Вот мы когда охотились, я сейчас покажу, просто где я вчера охотился. Я охотился вчера вот тут вот. Вот тут, по-моему, тут. Даже можно пройти, перейти вот. Yes. Вот тут можно пройти. Мы тут... Шесть-восемь. Как он скрипает. Думаешь, приложение Gold Photonics работает? Не знаю, отстань. Получается, что я хочу. Получается, я накоплю на манок на утку и уже буду охотиться вот, уже буду охотиться там на каких-нибудь уток. Буду охотиться на каких-нибудь уток, потому что без манка, скорее всего, все, вот многих выкидывает, потому что, типа, приходишь в наглую так и сесть, то очень многие люди выкидывают тебя. Потому что ты приходишь без манка. Те же самые, там, прийти, пару чучел поставить. Кто там такой кричал, интересно. Вот я вчера вот этого вот бабо вроде как его. То что-то по типу какой-то коровы. Зашла бы она поближе. Был бы у меня 243 калибр или пуля. Что-то непонятно. Опа. Вот, по-моему, вот оттуда, откуда-то летят. Давид подключился. Мне кажется, он нам сейчас спугнет. Нет, он спугнет сейчас. Он только один. Далеко. Он быстро, мне неудобно будет стрелять. Нормально, надо было.
Ого, вот стал клин. Сможем сейчас. Было бы хорошо, если бы там много хотела бы. У меня шансов меньше, у меня уверенно зарядно. Раз, два. Раз, два. Сюда. Ой, что-то их тут много. Ух, ё, там такой клин летит прекрасный, мы уже тут все распугали. Сейчас по чату посмотрю. Да, я, по-моему, я, может, даже одного сбил. И все. О, вот они. Раз, два, три. Оп. Туда уходит. В принципе. Он сейчас со своим инвентарем всех уток распугает. Двое. Вот этого буду бить. Есть. Все, двоих. Дуэтик. Подбирается. О-о-о-о-о-о-о. Топчик.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ого, ё-моё, такой налет. Нифига себе тут. Так, у меня вот туда вот гусь куда-то падал. Мне просто интересно, куда гусь делся. Хоба. Это странно. Столько гусей подбил, но вот это, возможно, мой. Вот где, где все мои гуси? Раз. О! Раз, два, три, четыре. Какой пять? А, пятый пошел. Ну, я вот это вот буду садить. Конечно, конечно. Ну, конечно, ну да, ну как тут так? Как без этого? Я вообще как-то получу очки за этот. Так, гуси. Почему-то мне не дается, либо его собака. Ну пусть стреляет, в принципе. Ну вот.
Сейчас, если пару гусей через меня, вот, ни одного не ушло, да? Тут все этот, блин, бесит. Где, когда я, блин, где мои гуси? Как он, получается, я же вроде как сбиваю, но все равно... Тутси опять этот, ё-моё, ну что такое? Просто не понимаю, по-моему, её собака притаскивает, то она ему всё защитит. Но почему? Я же взбивал там. Вот. Наконец-то я ждал этих 20 КСС, ё-моё. В принципе, я дождался своих 20 монет. Я рад. Не пойму, где гуси летят. Почему-то они где-то летят, но где-то их зовет. Фиг поймешь, где они летят. Они вроде вот в этой стране, а потом вроде вот в этой, опять вот в этой где-то стране. Не пойми как. Сейчас вот такое ощущение, вот там летят. Еще такое ощущение, у меня забагались. 10 уток уже убил. Минус 200-300 этого. Где мои гуся? Перенес сколько их? 11. Ему просто собака таскает моих гусей, наверное. Мне кажется, звук полетел. Жратику, принеси мне вот что-нибудь уже. Так почему, блин, где, чё она моих не таскает? Меня вот туда вот куда-то вроде как. Наконец-то! И 11 КСС. Почему я одних самок стреляю только? В одних самок попадаю. Так. А вот туда, по-моему, какой-то гусь падал. Его там теперь нету. Сколько я настрелял? Я настрелял дофига.
Чем мне тут? Ему тоже сам теперь попадаться начал. А то по 60, по 70 КСС. О, 8,3 КСС, найс. Помню, играл с людьми на этой же карте, где-то уже не помню, где мы охотились. Охотились мы в такой местности, там было 8 человек, там несколько засидок было. Там просто вот смотришь гуся, и в гуся, наверное, человек 6-7 просто стреляло. Просто вот гуси, и там кто-то по 2 раза попадал, кто-то по 1, кто-то по 3. Фиг поймешь, где чьё, чьё гусь. О, наконец-то, 60 КСС, ё-моё. А звук баганулся, прилетел. Сейчас, погодите. У меня мод. Это из-за стрима, то, что мод зашел на стрим. Кстати, вот если у меня будет мод. Кривая вот такая вот картинка, я не мод зашел на стрим. То есть у меня такая картинка из-за того, что вот я не знаю, из-за чего. Вот сейчас у меня надо стрелять. Ну, ё-моё. Так обожаю. Вовремя я вышел посмотреть, конечно. Гадёныши полетели прям в тот момент, когда я... Даже... Тринадцать уток. Он пострелял. То, что у меня маленький такой квадратик, это я не знаю почему. У меня именно такая проблема. Сейчас я попробую мод как-то, я не знаю, устранить ее. Так, тут скроем это. Настройки. Настройки игры. Качество текстур у меня, кстати. Не знаю. Настройки игры у меня. Попробуем вот так сохранить. Можно меня сюда вернуть поскорее? О, спасибо. Мяу-мяу, 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 мяу-мяу. Прям-прям. Если это тупая собака. Ух вы, чё, офигели, что ли? Не вовремя я выполз. Ну быстрее, быстрее, в засидку. Засидку. Ну, вставай, ну, тупая ты человечина. Спасибо большое. Игра.
Большое тебе спасибо. 5 гусей всех распустил. Даже, по-моему, одного сбил. Если бы у меня нажимался нормально shift, только залез, он уже стрелять начал. Ай. Алам. Парапам. Могу собаке сказать, блин, пошла, блин, собрать уже надо, ну ё-моё. Вот там раз, два гусь, второй лежит, он его, походу, даже не видит. У меня вот туда где-то гусь упал, его не видно. Я сейчас бинокль посмотрю чисто, вот просто вот как. Ну и вот, опять же, нету там никого, а он туда упал. Он спрашивал, видел ли собака. Уток на воде. Опа, 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 опа. Хоть бы он не Платкин. Ой. С собакой? Да, с собакой с двухстволкой. Утинатор какой-то. Ну блин, надо бы таким тупым, чтобы бежать. Тебе же говорят на английском. Для тупых ляж. Собака тупая. Хост выгнал меня из игры. Ну, вот мы, в принципе, и поохотились. Всех я не забрал, по-любому. Мне просто вот... Не, да ладно, вообще. Так. Пойду вот на любую карту.
просто доквай. За что он меня выгнал-то? Просто взял и выгнал. Dreamer Tales. Нет, не хочу сюда. Кстати, вот Timber Trails. Что тут такое? Нет, чучел нет. Мне не интересно. Weather Island. Вот, Rail Fairs, ну ё-моё. Заново надо. Rail Fairs. Я очень люблю там охоту, так как там вроде как нет, есть лес, нет такой растительности, и животных там легко искать. Это самое классное прям вообще в этом. Угу. Я пойду вот отсюда. Там вот человек, насколько я понятно. Он там, по-моему, медведей ловит. Медведей я не особо желание. Хочу, говорю, прям вообще стрелять по медведям, потому что у меня есть один опыт. На прошлом стриме я играл, у меня там вылетело, я не стал запускать заново трансляцию, и меня убил этот, как его, медведь. Это было очень интересно. Всего лишь-то взял, подошел к нему чуть ли не в упор, стрельнул ему в грудь, ему было все равно на меня вообще, на всех, на кого. Потом я ему попал выше головы, возле, наверное, через шею туда, в сторону позвонков. Он добежал меня, лапы так смачно ударил и убил. Мне было обидно, то, что он меня убил. Так как, по-моему, быстрого перемещения что-то запутался, не смог быстро переместиться. В принципе, еще будут скоро стримы по Радмирчику, просто там сейчас нет желания играть. У меня там сломанная в хлам машина. Квартиру надо оплатить. ХП нет, еды нету. Денег нету. Деньги еще надо где-то заработать будет. Я еще даже не знаю, где. Хост не дается. Идеально. Значит, дальше смотрим. Фэлс нет, к американцам больше не зайдем у ней. Прикси бай. Вот. Вот это вот место мне, я обожаю его, это место. Нельзя присоединиться. Ладно. Ранджори боевё. Йо-йо-йо. Гризли гейм. Понятно, почему с ним никто не играет. Фэлд бай. Бэй. А, вот это тут. Не, мне что-то не захотелось с ним больше играть. Вообще что-то вообще никак не хочется. Рафендер Фейлс. По-моему, я сюда пробовал заходить, да, меня не пустило. Значит, ищем рандомный Рафал де Фейлс, вот этот. Тут что у нас? Скорее всего, человек просто зажижал. Да. 4 минуты. Фэлс, вот сюда, ладно, уже просто вот без разницы сюда. Но там
конкуренция будет большая. Так как там люди, по-моему, ходят там, где лось должен быть. Не обращайте внимания на то, что это сейчас мод там происходить на заднем плане. Значит так, берем первое. Берем пулю, это нафиг выкидываем. Берем пули, прицел, дальше вама. Пули запасные берем. Снаряжение. Снаряжение обязательно. Кстати, тут же белохвост олень. Маночек. В принципе, выдвигаемся мы сюда на вышку. Тут обычно ходят лоси. Сейчас я побегу и отойду там на секундочку. В принципе, иду. Конечно, так делать, как я делаю, лучше не надо, так как я бегу и пугаю всю дичь. А еще лучше не отходить. То можешь напугать лосика, и он тебя придет и забодает. Такие они лосики. Лосих я даже стрелять не буду. Мне это не интересно. Лоси там, я не знаю, как не знаю, мы кто дешевые. То лосихи, наверное, 5 монеток будут стоить где-то. Смысл на них тратить боеприпасы, время. Пугать все и вся в округе. Так. В принципе. Что у нас это? Белохвост олень. Ну, он туда бежит. Вот. Лось идет туда. Значит, сейчас мы залазим на вышечку. Чуть-чуть тут посидим. Так как, возможно, придет какое-нибудь животное. Осмотримся. Пока что ни одного лося, вообще ноль просто. Обычно они вот отсюда и начинают это. Ладно. Если лосей тут полный ноль. Так, это он туда, наоборот, шел вот так, через туда. Туда пошел, не мог он туда назад уйти, да. Надо бы, кстати, было, наверное, взять миссию на лося.
Какая лень. Понятно, вот он правильно следовал, это просто какая-то запутайка. Когда такое происходит, я обычно просто беру и бросаю след. Потому что это распутает, особенно если это где-то в лесу. То проще найти новый. Сколько я понял, одним путем шел, одним возвращался. Как-то так. От. Блохуст оленя. Вот постоял бы я сейчас по-любому на этом. На вышке я бы его по-любому заметил. И что-то там закоплейтил. Так, надо миссию какую-то, я уже не помню, какие миссии я брал. А, наверное, я взял миссию на лося, на крики. Самца и самки. Так. Самец. Берем наш дрын. Ой, куда это? По-моему, лег. Найс, идеальный момент. Был бы сейчас карабин, я бы его уже взял. Добыл. С учетом того, то, что 243-й, не уверен, то, что он его заберет. Потому что лось — это машина, которая убивается только с двух выстрелов 12-го калибра. Практически в упор, который меня тогда чуть уже не задавило. Давным-давно. Опа! Еще, по-моему, кто-то сидел. О, как он лег. Он еще живой, ё-моё. Надо его добивать. Посмотрим, доберет. Нет, лучше наверняка. Он еще живой. Чалика, сори, братан. И сразу он умер в мучениях. А, я ему хребет. Хребет. Я ему весь хребет прошиб. Ну и, соответственно, ценность добычи 40, потому что я ему вот этот хребет прошиб сквозь башку как-то, что ли. Я ему еще в туловище просто тогда промазал первый раз. Блин, я сфоткать его хотел. Такое. Я думаю, что он так лежит? Я думаю, такой красивый поза, блин. Вообще, даже когда фоткаешься. Он еще живой был. Он бы меня уже забодал, я думаю. Как я ему позвонки, интересно, прошиб? Я же ему вроде куда-то в сторону лопатки стрелял. Выстрел, как я думаю, был неудачный. Ну чё, как играется? Нормально. Я тебе не мешаю? Мешаешь. А, значит, продолжай. Не обращайте внимания, это просто мой младший брат. Так. Я где? Вот он я. Вот так вот пойдем. Меточка у меня там примерно розовая. В лося. Вот что подтверждается, что лосей много. Вот, я только что там лося добыл. Слушайте, возможно, мы заберем этого лося. Если он побежит на нас. Но, походу, Асса его уже добыл.
так как бегущих на меня. Да. Двумя выстрелами. В принципе, как я. Бежит. Возможно, я спугнул этого лося. Вот этом я не... Из-за этого я не люблю охотиться так в лесу. Нифига не видно, ты так же тупо просто бежишь, и лось побежал. Хоть и слепой, но я думаю, я подошел там уже, испугался. Кстати, примерно мои метки. Туда чуть дальше пройтись, там есть медведи. Но медведи я что-то не горю желанием стрелять, так как они бегают, а я за ними бегаю. Мне как-то вообще лень что-то. Я пытался, то есть... Не, если за ними бежишь, они просто бегут мне. Это ты их не догоняешь, и это неинтересно становится. Всех других животных пугаешь просто. Три раза 243-м ему куда-то в сторону хребета стреляла, и ему вообще все равно, медведю. Там надо с 12 калибра. А в упор к нему подползти, он может, во-первых, загрызть, а во-вторых, он не даст подползти. Белохвостый олень. Ну, белохвостый олень будет попрестижнее как-то. Хоть он и более зоркий. Не то что лось. Он причем во много будет более зоркий. Тут он спал. Тут шел. Опа! Так. Это ж лось. Никак. Здесь. Самец. О! Отростков много, значит за него заплатят примерно монет 30. Если удачно, конечно, попасть, а не два раза стрелять. Я спугнул оленя. И лось убежал. Либо я лося спугнул. Сейчас, кстати, посмотрим. Не понял, как лось-то... Вообще меня заметил. Да, вот я его спугнул. Побежал. Чуть-чуть бы дошел, добыл бы оленя, чем этот лося. Лосин мне вообще прям, типа, ну их много, и они глупые, то есть, их... не то что глупые, они могут быть и умные, но они плохо видят, насколько, то есть, я не знаю, из-за чего он испугался. Вроде я не пугал этого оленя моего, недалеко причем отбежал, получается. Вот буквально это, и он уже идет. Мне кажется, он тут опять побежал. Я чувствую прям. Лось идет. Ладно, олень будет попрестижнее. Все-таки мы престижные охотники. А, у меня еще плюс миссия на белохвостого оленя. Найс. Двигай телом. Делай найс. Пожалуй, я сниму пока что прицельчик. Мне так просто будет удобнее, если я в упор буду стрелять. Потому что с прицелом будет такое себе. И с прицела на скидку вообще легко прям стрелять будет. Опа! Это кто у нас? Это какой-то забаганный животный. О, лось!
Здравствуйте. Я походу к вам. Вас иду выручать. Я не понял. Чё, отбагался? Так неинтересно. Совсем так неинтересно. Тут, значит, тут пугаются всяких оленей. Куда он делся? Да, он отбагал скрытся и убежал. Что это за признак за такой? Идет туда. Опять началось вот это вот туда и сюда, тут и сюда. Ищи новый след, да? Надеюсь, он правильно ведет. Нет, все. Либо он развернулся уже и пошел. Туда идет, найс. То поиграем. Спасибо, мне не нужна палатка. Тем более за 10к. Два хвоста, блин. Лось бежит. Вот он, этот лось. Возможно, этот лось вышел на виланцу этого. Идет. Сейчас зуб даю. Сюда поднимаюсь. Его вот тут за этим нету. И либо... Хост выгнал меня из игры. Спасибо, хост. Топовый хост, конечно, ничего не скажешь. Заработали 18, могли и больше бы заработать. Но зачем-то он выгнал меня. Возможно, ему не понравилось то, что я ему навстречу иду. Но это прям логика, это надо быть, я не знаю, там, кем, чтобы такие у него просто такая логика была отличная. Что я его на него иду, и все, и надо выкидывать меня, я враг. Я же у него лося заберу, который стоит там 18 GMS.
Пожалуй, прилепим обратно прицел на нашу винтовку. Тут перейдем на вышку на эту. Мы видели три лося за ту игру. А играли мы примерно плюс-минус 15 минут. Причем одного мы добыли. Потом еще там парочку было, их тоже добыл человек. Удин. Думаю, нам стоит капельку, прям такую чуть-чуть посидеть на этой вышке. Где? Ну вот кого я спугнул? Кто это было? Идет. Наверное, лося вот этого. Тихо, тихо. Сесть. Кто это вообще такой? Кто ты такое? Ну самка, но самке неинтересно. Хотя опять же, двух лосей мы... Пугнули. Двух лосей мы видели, точнее. Пугнули-то мы одного. Опа! Так, это вторая самка, да? Вот, видите? Но самок стрелять я не вижу смысла. На них там дадут 8 монеток. Да, самка. Опа! Вот это наш клиент. Спугнул какое-то животное, скорее всего, вот ту. Самку. Я просто так ржать буду, если лося с того берега спугну. Нет, если я там не вижу лося, я туда даже не буду идти. Я лучше сяду на вышку и посижу, и подожду. Чем пойду еще за каким-то лосем другой этот. Не знаем, куда мы, тут даже убежал уже. А не, если она сейчас ближе подойдет, я, возможно, бы пальнул в нее 12-м калибром. Опа! Это олень. Оп, так. Заметили. Звук тут там примерно. Засекая. Вот там. Сейчас точку плюс-минус поставим. Вот тут, по-моему. У меня ж есть манок, точно.
Вот оно, похоже, к нам идет то, что нам надо. Что-то к нам лось как-то больше идет, чем... Это чудо. Юда-юда. Так. Кто у нас? Тоже самка. Постой, подумай. Ой, еще одна, походу, которая убежала. Васиха, та кричит. Вот там, кстати, я вас не вижу. Мне тоже. Поближе бы. Какой выгнал? Ну вы угораете, ну ё-моё, прям ко мне подошли, там, кого хочешь, того и забирай уже. Обидно. Очень обидно. Какие-то неадекватные у нас сегодня хосты попадаются. Вот это точно не додумается. Но он идет туда, куда и я иду. Вот это обидно. Главное, что он прошел и стал на вышке сидеть. Просто если на вышке сядет, а он, скорее всего, сядет, и, возможно, даже будет стрелять по лосихам, по этому. Хотя у него примерно так же очков, но я не уверен, что он больше меня знает об игре. Хотя я сам, не знаю, мало знаю. Тебе пойду, там единственное нормальное место, где лоси все ходят. Пацанские такие вообще четкие лоси. Прям под вышкой стоит. Главное меню, найс, вовремя чел зашел. Он, по-моему, на вышке стал главное меню. Хост выгнал вас из игры. Ну, адекват ты или нет, не идите ко мне. Ну, ё-моё, карта большая, иди на другую вышку. Все равно не умеешь играть, наверное. Сжался в самую коронную вышку. Думал, сейчас на вышке посижу.
Давайте сюда. Вот, вот тут я никому мешать не буду, мне никто мешать не будет, да, но меня туда даже не пустят. Вообще сейчас настреляю хотя бы что-нибудь. Я же не захожу к вам, не знаю, без чучела-то. У меня манок есть. Сам адекватно сижу на вышке. Сейчас погодите, извините за звонок. Ладно, будем считать, что это музыкальная вставка. Музыкальная минутка кончена. Я тигр, а не кот во мне сейчас живет, леопард, леопольд. Так, сегодня 15 стартовала Олимпиада по математике, 16-17. Сейчас было шуршание по микрофону. Не надо, и у Лёны сюда математика. Там же 15, 16, 18. 17 можно в дальше субботу сдать. Как я биологию сдавал. Я уже горло болит снимать. Нас слышно? Вас нет, я не думаю. Вот как ты взяла микрофон, я думаю, слышно будет по всему микрофону. Вот так вот. Думал, я опять испугал какого-нибудь. Лосаша. Хост выгнал вас с игры. Окей. Многопользовательская игра. Мы ее создаем. Вот тут. Стоянка. Максимум. Время старта по 7 часов будет. Мисси. Ого, 1700 GMS. Доступные. Лоси. Белохвост оленя. Да вытянуться белохвост как минимум с 8-типичными отростками трудно. Да быть белохвост. А, я его выполнил. Ну вот. Вот это только. Миссии на чернок. На лосей. Лосей мне нужно. На лосей, вот. Подстрелите самку лося, ранив ее в легкой. Или в сердце. Из наряжного ружья калибра 300. Стрелять из легкого. Попробуем с 200-го, но с 200-го я не уверен, то что я ее добуду. Это самое обидное. Так, нам вот сюда. Создать. 8. Создать.
Это будет первый там сколько-то метров прошедший. Первое посещение этой вышки на этой карте вообще. Так, пятерка манок. Однерка. Заряжаем карабин. А, это 243, мне не получится. На лосяша выполнить миссию. Обидно. Ух ты! Похоже, этот белохвостый олень еще с рогами. Похоже, фортуна на нашей стороне. Так, чуть ниже вышки. Кай. Понял. Вот он. Это, по-моему, обычный олень. Ложимся. Так как мне не сильно хочется стрелять с такой дистанции. Пробуем подозвать. Там пень мешается. Чуть-чуть поманим. Кто у нас? Самка. Думал, ему это олень. Все, есть. Все, стрелял. Два выстрела. Один олень. Ну, а второй раз я попал, нет? Легкие сердца.
Легкие сердца. Тут я попал в легкие сердца. Ну и вот оно. Прибежала. 44 кг. КСС 0. Сфотографируем. Так, поднимаем этот пластилин. Принять Salmonella. Следы пропали. То ли рано, и лучше спать еще должны. Включи там лосиный рог. Вышел бы на нас такой самец вообще. Сколько за них очков дают, я не знаю, просто такой, чтобы... Там такой очков, где 20 до топа не хватало вообще, четко было бы. Ладно, пришли, посмотрели, никого нет, мне кажется, тут уже и сидеть нет смысла тогда. Думаю, вот в конце сюда вернемся еще раз. Вон, здесь еще время должно пройти, чтобы сюда еще кто-то набежал. Ждать как-то мне скучно. Сидеть, ждать. Не факт, что вообще еще кто-то придет. Думаю, вот опять нападение самок будет. Достижение 42 требует. Ты что, обновляешь каждую игру, что ли? Да, тут есть вообще животное, которое может напугать этот бег. Я просто вот это меня интересует.
А мне кажется, это моя самка туда пришла. Которую я там добыл. Нет, это не она. Следы-то пропали все. Да, хвостик. Бежит, скорее всего, меня заметил и побежал. Остальное не идет. Заканчиваем бег. Так. Точно, чё же я на него иду? Пусть он на меня идёт. Тихо. Самка. Одним четким точным выстрелом. Да что ж у меня такие подранки получаются? Хребет. Ценность добычи. Потому что она еще лежала. Что-то как-то у меня все криво летит в хребет, да куда-то еще, не пойми куда. Целился-то я не в хребет. Хотя, возможно, я в хребет и попадал. Да, возможно. Я же тогда, по-моему, задержал дыхание, навелся и стрельнул. На кого у нас олень? Олень. Ку. Мне кажется, бежать тут вообще никак не лучший вариант. Идет. Даже если идет, если не секрет. Тебе некуда, его тут нету.
Ну все, он побежал туда. Нет, я даже искать его не буду. Вот я, возможно, здесь пройдусь, посмотрю, вот он отсюда, да? Но его нигде нет, он, ё-моё. Идиот. Что за тупость? Нет, я пошел на другой остров. Эх, промазал. Да, промазал, крови нет. Мне везет сегодня в хребет попадать. Вот бы мне так мишки попасть в хребет. Пару раз. Чтобы его заклинило. Затем жалко попадать в хребет. Вот мишки, который меня убил, я бы его с радостью добыл бы. Наверное, даже стрелять сам не буду. Ну тупо, ну ё-моё, попадаю куда-нибудь в хребет там или в лёгкое, они пару метров побегают, умирают, и за них дают 1-0, ну просто вот 0-0-0-0-0-0-0-1. Единственное, что за них дают. Это кто у нас? Это такой же олень. Да ё-моё, найди уже его. Он туда-то идти может, если тут. Вот. Тут-то мне более нравится. И он как-то непонятно идет, бежит. Просто обратно туда возвращаться не хочу. Идет. Лось. Вот тут лось. Надо запомнить. Чел, куда он отправился? А, на тот лагерь. Может, он на медведей стреляет. Интересно, что ему не понравилось, тут со мной охотится. В любом случае я вот туда пойду. Потому что там следы куда вели лося. Мне не очень нравится то место. Куда он пошел. Вот на том берегу я дофига лося видел. Когда играл. Идет. Найс. Куда он идет? Зачем он идет? Где он идет? Ну тут он да это побежал. Я даже за ним, если он побежал, я за ним даже не пойду. Чисто просто лень. Идти, идет, нет. Бесит то, что из левел слетает. Набил бы уже я себе 5-й левел. Счет бы узнал, алмаз бы видел. Тут... Не пойми как, он каждую игру слетает.
Еще один грибочек. Мне кажется, тут лось будет. Интересно просто, как я в него на скидку буду стрелять. Все, он еще и побежит. Если я на вскидку стрельну, ему куда-нибудь в кишечник попаду, я уверен. Да. Вот куда он побежал. Никто совсем не знает, никто совсем не видел. Куда-то он стартанул. Тут он был, тут его нету. Видел мое лицо, как такой вопрос. Если я его на горке не видел. Я шел под горку, но он увидел мое лицо. У меня такой вопрос, какого я, блин, лося спугнул, если этот лось спокойно идет. Как он за такое короткое время? Кто там был на холме? Лось там, олень. Просто олень. Ты ведь самка? Где все самцы белохвостого оленя? Не самки. Вот я даже ради эксперимента в нее еще раз стрельну. Попаду каким-нибудь очень счастливым образом в хребет. И все. Все выстрелы, по-моему, которые я делал, все в хребет были сегодня. По-моему, ни одного, ну, который я делал вот именно на этой карте. Найс. Все. Опять в хребет. Да? Если она упала. Нет, она, по-моему, окончательно упала. Нет, в легкое. Опять. Вот за них ничего не дают. Тратить только. Зачем? Смысл вот этого? Трачу патроны. Шум. Сейчас никого не было, поэтому я стрелял. Ради эксперимента. Я думал, я опять в хребет попал. Там легкое. Ну, я примерно в легкое и целился. Я уже второй вдогонку хотел. Она упала. Я думал, причем она упала так, как будто... Еще потом забаковалась, так как будто я опять в хребет попала, она живая лежит. А, нет, я вспомнил, не все выстрелы. Первую самку, которую мы вот опять же на этой же охоте добыли. Мы легкое сердце, по-моему, попали. Нет, или не туда, это, наверное... Нет, это другая самка, наверное, самец. Причем кричат одни самки, самцы вообще не кричат. И фиг знает, где, кто... Опять же, сейчас иду, допустим, за оленем. Я его к нему подойду, там опять самка. Везде самки. Миссию на самок брать.
Там с 8 отростков, у меня тут самки какие-то. Смысл таких миссий? Открыто других, если другие, по-моему, выполнил. Опа, вот там и опять же самка, да? Опять самка, по-моему. Да, самка. Вообще так идти. Ну она сейчас, блин, всех подымет. Не самки неадекватны, так же как косули. Бегут и просто все кабаны, все вепри, просто все разбиваются. Опять самка, да? Да, скорее всего, опять самка. Не это ли самка орёт? Да, она, по-моему, орёт. Бесит немножечко уже. Не самки. Просто вот одни самки. Даже ни одного лося, хотя мы такой путь прошли. Были следы, один крик, и все. Это наше полномочие, все. Вот там, по-моему, самец побежал, да? Нет? Нет, тоже самка, походу. Самка, походу, и кричала. Опа. Вот она самка побежала, по-моему. Рогов я на вскид, я рогов не видел. Такими темпами сейчас до болот дойду, где Мишка ходит. Что-то челику вообще как-то, наверное, не везет. Что-то вообще ни одного ни зверя. Даже ни в кого не стрелял. Как так? Я уже 3 или 4 самых добыл. Я даже не знаю, ради просто типа дичи, там, я не знаю, фоточек. Их стрелять. Вот миссии. Мне уже миссии нужны на самца оленя, а не на самку. Были бы на самку, допустим, там штук 5 их подстрелить, я бы уже много их выполнил. Мы даже специально, по-моему, пугал. Вот как и шел в полный рост, у меня было все равно. Пугаю, не пугаю. О, олень Рузвельта. Рузвельта. Кроссбоу.
с арбалета там чел охотится. Видел, что тут с арбалета на лосей охотились. Я, наверное, пойду тоже в лес туда. Тут смысла нет, он хотя бы вот Рузвельта добыл. Причем за Рузвельта неплохо так дали. Тихо. Что я натворил? Сядь. Шестое. Самка неинтересна. Позвончик. Я удаляюсь из мокрого. Что-то вообще как-то пусто. Одни самки. Лось. Самке, наверное, использую быстрое перемещение. Чистот использую, не? Олень Рузвельта. О! К вышке надо бежать. Хоть бы это не самка была. Че? Заканчивай, пора. Тихо. Это самка. Ну?
Так, смс-ка будет, скажешь мне. Угу. Понял, потому что я жду оплаты. Мегафон. Все, мегафон. Лень Рузвельта бежит. Ну, вот он, по-моему. Второй след нашего же Рузвельта. Бежит, значит, след недавно оставлен. Так как спугнул я его. Либо выстрелом бил, когда бежал. Наверное, я, потому что мне кажется, не мог в один. Хотя мод он его испугнул. Мам! СМС.
Нет. Чуть-чуть я бы на эту поляну пришел. Столько оленей было. Если придет смс-ка, скажешь. Угу. Выходи уже. Сейчас. Было бы прикольно, если бы подранок на меня выскочил.
Стоп. Кто это? Лосиха. Давайте сделаем последний коронный выстрел. Это будет наш последний коронный трофей. Ну-ка, давай-ка. За неё нам дадут 0000000000000. За попадание 243-го правого легкого 0000000 туловище и последний правое легкое коронный такой. Что-то я вообще какой-то косой. Куда-нибудь сюда, наверное, попало. Вот сюда, наверное, не знаю. Идет рейси, блин, тут еще Рузвельт и было. Сейчас. Вот он. Все, добрали. Туч попал, писец, он бежал, конечно.
миссии. На этом мы, наверное, подведем итоги нашего стрима. Мы сегодня подняли достаточно GMS. Оружие сейчас чисто вот зайдем напоследок. 10, 8, 500 арбалеты, луки, десятки, восьмерка стоит лук. 8500. Понятно, цены. Гладкоствольные винтовки нам нужны. Я не знаю, сейчас чисто вот приглянем какую-нибудь винтовку. Недорогую. Все дорогие. Угу. Девять тысяч вот эта пуколка. Опять же, 22-й калибр. 9000 за такое отдавать. То есть пневматика. У 223 калибра. Бурый медведь нет. Бизон нет. Нет, такое нам не подходит. Косуля. Так, лось тоже нет. Нет. Это беру в основном для лося, для медведя, там, для крупной дичи. Ну такое, блин, вообще как-то брать тупенько немножко будет. 8500. Давайте посмотрим ее. Значит, баран. Это белохвостый, но олени по-любому. Бурый, вот. Козел. Гризли. Европейский, ну это понятно. Койот. Колумбийский олень. Лось, олень Рузвельта. Слушайте, не накопить бы нам 8500. Какие бы на нее прицелы? Но к ней надо еще прицел купить, допустим. 5000. Перейдем обратно к этой винтовке. Она. Посмотрим, вот, допустим, самую дешевую. 5000. Не самую дешевую, конечно. Какой-то. Сейчас. В общем-то, все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.